каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. «Продвигай Туву». По таким девизам в Национальном театре Тувы прошла встреча клуба блогеров, организованная радиостанцией «Голос Азии». Спикерами на встрече выступили активные пользователи социальных сетей с многочисленной аудиторией. Главной задачей мероприятия – продвижение республики во всемирной паутине и привлечение туристов. Мероприятие организует наша радиостанция «Голос Азии» совместно с молодежным правительством Республики Тыва, а также с несколькими волонтерами из нашего государственного университета. Мне кажется, многие из нас отчасти уже есть именно тот человек, которого мы можем назвать блогером. Огромное количество желающих развивать информационное пространство и продвигать родную Туву в самом позитивном ключе. Устроить республике, как говорится, здоровый и добрый хайп на весь интернет-мир за счет своих проектов и идей. Очень радует, признался на встрече глава региона Шалбан Караул. Вообще говоря, здорово, что вы собрались сегодня, потому что вы есть люди известные, потому что вы есть люди уже узнаваемые. Отметим, что в качестве блогера может выступать как обычный человек, так и широко известная личность. По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми или общественными, по содержанию – тематическими, либо общими. Управление Росреестра по Туве напоминает о том, что подписан федеральный закон о продлении сроков действия дачной амнистии в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года. До 2020 года сохраняется возможность зарегистрировать в упрощенном порядке объекты ИЖС без получения разрешения на ввод их в эксплуатацию. Государственный кадастровый учет и регистрация прав проводятся на основании правоустанавливающих документов на земельный участок и технического плана объекта индивидуального жилищного строительства, подготовленного кадастровым инженером в результате выполнения кадастровых работ на основании разрешения на строительство. При этом в отношении земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года для ведения личного подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства, упрощенный порядок оформления прав бессрочен. Сегодня на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел прошел обучающий семинар по получению грантов президента Российской Федерации на реализацию социальных проектов с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Тувы. Организаторами мероприятия выступила региональная общественная палата совместно с Министерством труда и социальной политики республики. Семинар провел заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Спикер рассказал участникам семинара основные проблемы при подаче заявок, ознакомил с системой экспертизы проектов фонда президентских грантов. Подробнее разъяснил особенности оценки проектов экспертами по критериям. Участников также волновали вопросы возможности реализации проектов в малых городах и селах, а также рекомендации по реализации проекта победителя. Когда какая-то логика нарушается или, например, заявленная команда не отвечает тем мероприятиям, которые в проекте написаны, да, то есть явно не способны их выполнить. То есть типичная ошибка – это отсутствие логики, пожалуй, да, вот как бы если так обобщить немножко, да, то, о чем я рассказывал, там как бы довольно большую часть мероприятия. На первом месте у нас грантовое направление по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Ну, оно самое популярное. Вот, всего у нас три самых популярных грантовых направления, я бы хотел выделить. Вот охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни – первое место. Второе место по популярности у нас занимает поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. И третье место – это соцобслуживание, соцподдержка, соцзащита. Вот три самых популярных грантовых направления. Для нашего региона подобные мероприятия важны и нужны, признаются участники семинара, потому как среди них очень много представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, которые не раз подавали заявки на президентские гранты и по каким-либо причинам не прошли. Все некоммерческие организации нашей республики, они заинтересованы в участии в этих проектах, в грантах. И очень здорово, что здесь у нас есть еще и победители, прошлогодние 5 организаций. До начала, до выступления нашего спикера Дементьева Иннокентия Андреевича выступила Эльвира Сергеевна Лифанова и рассказала о типичных ошибках, о своих победах. И я думаю, что нам это всем полезно будет. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 61 копейка, евро 69 рублей 80 копеек.
Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят». 20 марта в Национальном театре. Попробуй сытный и по-домашнему вкусный обед в Горыныче. Каждый день новое меню. Приходи на бизнес-ланч с 11 до 15 часов. Кормим за считанные минуты. Титова 57, телефон 30313. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Четырнадцатого марта в 24 пунктах проведения экзамена республики пройдет федеральная апробация печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории пунктов. Это не только техническая тренировка, но и отработка организационных моментов проведения государственных экзаменов, сообщается на сайте Министерства образования и науки Тувы. Выпускникам этого года представится возможность пройти всю процедуру ЕГЭ, максимально приближенную к настоящему единому госэкзамену. Работы участников пройдут полную обработку, включая проверку развернутых ответов экспертами региональной предметной комиссии по математике. Результаты выпускники получат 22 марта. Всего в тренировочных мероприятиях примут участие свыше 1000 одиннадцатиклассников. Тува относится к эндемичной территории по клещевому вирусному энцефалиту. В 2017 году по республике зарегистрировано 1710 обращений граждан в лечебные учреждения. С начала эпидемиологического сезона вследствие укуса таежного клеща вирусным клещевым энцефалитом заболело 33 человека, клещевым боррелиозом или болезнью Лайма – 98 человек. Как сообщает Рослесозащита, в этом году в Туве активность клещей ожидается раньше обычного, уже в первой декаде апреля. Вирус поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Самым эффективным методом защиты от заболевания является иммунопрофилактика. Русское географическое общество объявило конкурс на участие в экспедиции по изучению кургана Тунух, одного из самых ранних захоронений эпохи скифов в Туве. Об этом сообщается на сайте молодежного клуба РГО. Курган расположен в Уюкской котловине в пойме реки Уюк. По предварительным данным, захоронение относится к тому же времени, что и курган Аржан-1, который является самым крупным и самым ранним скифским памятником, примерно 9 век до нашей эры. Экспедиция пройдет в три смены с 1 июня по 31 августа. Заявки можно подавать до 15 апреля. В конкурсе волонтеров могут участвовать люди в возрасте от 18 до 35 лет. Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в 8 веке до нашей эры Северного Причерноморья. В расположенной на севере Тувы долине Цари, названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В кургане Аржан-2 ученые нашли около 20 килограммов золотых изделий. Ранее сообщалось, что в этом году ученые России и Швейцарии планируют экспедицию к большому кургану раннескифского времени в Туве. Зарубежные специалисты предполагают, что там могла сохраниться органика из-за заболоченной местности и вечной мерзлоты. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью минус 6, минус 7 градусов, днем минус 3, минус 2.
Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было.